этому испытанию выпускники готовились все 11 лет. В России стартует пора единых государственных экзаменов. Первый экзамен ребята напишут уже 23 мая. Свой выбор, куда пойти учиться дальше после школы, Виталия Говоркова сделала давно. Ей легко даются иностранные языки. Она мечтает стать лингвистом или международником, поэтому и готовиться начала основательно задолго до экзаменов. Старшеклассница посещала дополнительные занятия в школе и занималась самостоятельно. У нас в школе каждую неделю проходили консультации с преподавателями по каждому предмету. За этот год мы писали 3 или 4 пробных экзамена, также по каждому предмету, который мы сдаем. Записываем буквы и цифры в соответствии с образцом на бланке. Каждая цифра, символ записывается в отдельную клетку. Во всех школах городского округа Химки завершается подготовка к ЕГЭ. Старшеклассники пишут пробные варианты и еще раз закрепляют навык проведения экзамена. Ну, конечно же, психологически мы все настроены позитивно. Дети также максимально обговариваем, что это не самое, скажем так, страшное. И наоборот, ЕГЭ у нас в дальнейшем – это возможность поступить в высшее учебное заведение. Процедура проведения ЕГЭ старшеклассникам уже знакома и понятна. Они знают, что в каждой аудитории будет присутствовать организатор и 2 наблюдателя. Все предварительно прошли специальную подготовку. Обучение учителей, которые задействованы как организаторы в аудитории, организаторы вне аудитории, проводится на платформе, на учебной платформе ФЦТ. Учителя, организаторы сдают тестирование. Также обучение проводится в рамках школы. В аудиториях уже настроено видеонаблюдение, пронумерованы парты, установлены компьютеры и принтеры, чтобы печатать КИМы. Варианты заданий будут поступать в школы в день экзамена. Также с того года ввелись новшества, сканируются работы детей. Все сканируется и уже, соответственно, запечатывается, отправляется в комиссию. Сдавать единый государственный экзамен старшеклассники начнут с 23 мая и завершат 11 июня. Узнать результаты выпускники смогут через 2 недели после ЕГЭ. Если баллы не устроят, то один из экзаменов можно пересдать уже в июле. Юлиана Мазырина, Вильфрид Димковский, новости Химки ТВ.